Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и это видео с обзором на альбомчик The Boyge. У меня версия документ, это третья версия. Я выбрала эту версию, потому что, по моим ощущениям, мне показалось, что здесь должны быть лайв-фотографии, так же, как и в Maverick. В одной версии у них были лайв-фотки. Я не смотрела обзоры, поэтому не знаю, что здесь будут, какие фотографии. А, кстати, посмотрим сразу предзаказку, потому что она просто прикреплена у меня здесь к альбому. И мне попался Hyunjae. В шопе я одна заказывала этот альбом. По сути, это был просто индивидуальный заказ, поэтому ни в каких подборах я не участвовала. Вроде бы это Синара была. Здесь вот такой прекрасный задник, на котором у нас, к сожалению, нет Эрика, потому что он не участвовал в данном камбэке. Когда же он вернется? Я уже скучаю по нему. О, кстати, вот надпись Whisper, она такая голографическая. Здесь чисто белая обложка, никаких изображений нет, в отличие от двух других версий. И давайте начнем. Сейчас сначала подумаю, где здесь. Здесь красивая фоточка пляжа, пальмы, название песен, имена участников, отраженные имена участников зачем-то, почему-то. Да. Вау. Так, и мы сразу начинаем с Hyunjae, да. Вау. Фотографии на природе, что может быть лучше? Ничего. Так что все, я уже рада, что я взяла именно эту версию. Хотя я, правда, не знаю, как выглядят другие. Я обязательно посмотрю обзоры после своего видеоролика. Но мне уже нравится, да. Он выкладывал фотографии из этой фотосессии в инсту и всех убил этим, да. Вау. Боже, какой классный альбом, такой яркий. Главное, что он на природе. Нет ничего лучше фоток на природе. Я скажу об этом еще миллионы раз в своих обзорах, потому что это круто. Естественное освещение, натуральные пейзажи. Получается, они снимали... Так, какая здесь песня? Timeless? Да, наверное, когда вот они снимали клип на Timeless, вот эти фоточки, по-моему, оттуда же. Сану. Вау, красота. Санён шикарен, конечно, но эта челка — это жесть. Джион! Вау, вот это прекрасное. Такие вот солнечные блики, шикарно. Вау! Я прикрою, чтобы никто не смотрел. Как красиво, я не могу. Вау! Обалдеть! Я хочу себе вот эту фотографию в большом формате на стену. Шикарно. Боже, как классно, что я купила. Обалдеть. Как классно, что я купила эту версию. Что-то тут какая-то точечка. Кевин Мун. Шикарно. Угу. Но почему у Ханёна фотографии не на улице? О! Огромная фотография Чанхи. Шикарно, господи. Так, здесь кредиты и диск вставлен. А как? Он просто белый, прозрачный, без ничего.
А, нет, что-то есть. Получается, вот эта вот лицевая, где обычно что-нибудь печатают, но все, что здесь есть, это надпись Whisper. Плохо видно, но поверьте мне. И вот здесь написаны Credit East Entertainment, какао и какой-то код. Да, жесть. Никогда не видела настолько минималистичный дизайн диска. Вау. Не знаю, что здесь по наполнению. Давайте начнем с самого большого. И это... Вау, это такой мини-постер на такой плотной журнальной бумаге. И здесь у меня Йонхун. Йонхун. Прикольно, кстати. Классно выглядит. Может быть, я даже повешу на стенку. Надо только найти место. Так, дальше там что-то еще большое. Вау, это какое-то письмо. You'll be happy ever after. А, это... Там след от чего-то. От карты? Нет, там не карта. Ладно. У-у-у! Мне попались Чанхи и Джейкоб. Но, блин, у Чанхи здесь уголок помят. Вот. Но это, ладно, не особо критично. А вот с Джейкобом вообще беда. Здесь прямо два следа от карт. Видимо, там внутри лежат карты. Но это прям, знаете, они как фотографии, когда вы просто, ну, идете в фотоателье, печатаете фотки, вот один в один. Такая вот тоненькая бумажка. Давайте мы их сразу посмотрим. Обалдеть. New Чанхи. И вот такой вот фотофильм с Чанхи. Блин, конверт классный. Топ. Так. И там еще должно быть что-то. О! Это здесь код на фри... на бесплатную карту в игре, в которой... Как она называется? Я не знаю. Короче... то нужно песенку играть на телефоне, да. Вот. Но у меня нет этой игры. Так, давайте посмотрим карты. Я уберу из кадра, потому что, по-моему, на них сзади что-то написано. Да. И посмотрим вот это. Это, наверное, лирик. Да. Да. Кредиты и тексты песен. Здесь 6 песен, потому что это мини-альбом. И давайте, наконец-то, посмотрим карты. Хотя меня удивило то, что здесь есть еще такие карты. Возможно, это карты предзаказа. Не знаю, в общем, посмотрим. Давайте. Карта номер 1. Чуён! Как круто. Так, нет следов? Блин, есть след. Ну ладно, не так страшно, как с Джейкобом. Хотя... Вот так идет след, и вот тут вот сверху. Но это Джуён. Мне, конечно, Джуён с рыжими волосами понравился, ну, не очень. Он мне больше нравится с коричневыми, каштановыми. Но все равно спасибо большое. Прекрасно. Так, карта номер 2. Ого, что это? Ой, я прочитала уже имя сзади, но давайте посмотрим. Здесь... написано дофамин, фениталамин, окситоцин, эндорфин. А что это такое? Непонятно. В общем, здесь у меня концепт-фотография с Йонхуном, и она тоже с отпечатками. Но выглядит, знаете, так очень атмосферненько. Здорово. И последняя карта. Она тоже с отпечатком. Это у меня Чанмин. Он в этом камбэке был блондом. Все дефектное. Что ж такое? Ну, в целом, классно. У меня вопрос. С какой... вероятностью у меня должно было выпасть
вот такой набор. То есть почему у меня так много new? Либо открытка, может быть, должна только одна быть. Может быть, если это вот такой набор, то тогда я понимаю. Но тогда открытка Джейкоба как будто бы здесь не к месту. Получается, мне попался Юнхун. И одна его карта, попался Джейкоб. Нью. Кью. И Джуйон. Раз, два, три, четыре, пять. Пять мемберов мне попалось. В целом, выпадание хорошее. Но из моих биасов здесь только Джуйон. Да, но все равно классно, здорово. И самое главное, что мне понравился сам фотобук, потому что он такой яркий, такой летний, когда на улице лежит уже снег, и так неприятно все вокруг. Такой классный фотобук, он будет радовать мне душу. Я сейчас его еще раз пересмотрю, и да, в целом я очень рада этим выпадением. Если вам понравился мой видеоролик, то можете поставить ему пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики, а также можете подписаться на мой телеграм-канал. И до новых встреч! Пока-пока!